Сегодня 6 июля, и потихоньку клубника плодоносить заканчивает. Осталось уже довольно немного. Плодоносит на сегодняшний день только лорд и солнечная полянка. Вот лорд. Вот в эту коробочку, чтобы не помялось, мы ложили покрупнее ягодки. Ну, лорд есть и помельче, вот. Вот солнечная полянка. Это сорта клубники, которые на сегодняшний день еще плодоносят. Сорт Идун и сорт Юля, и уже совсем закончили плодоношение. Тем не менее, сбор клубники составил порядка 27 литров. То есть общий сбор на сегодняшний день, это было у меня 124 и 27, 151 литров. Напомню, у меня 240 кустиков. Ну, это результат средний, но вполне меня устраивает. Сейчас клубничку будем грузить в машину и поедет на переработку, которая получше будет заморожена. Вот это. Ну, часть, конечно, мы непременно съедим, ну, а которая помельче, та пойдет на варенье. Вот такая клубника в этом сезоне. Сегодня, напомню, 6 июля.